Делегаты съезда партии «Аманат» единогласно поддержали кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента. Прямо сейчас в столице проходит съезд партии. Председатель партии Эрлан Кошанов в своей речи отметил, что в стране есть лидер, который в самый сложный момент взял на себя ответственность и смог сохранить государственность страны. По его словам, задача партийцев – объединить казахстанцев вокруг его реформ. Эрлан Кошанов подчеркнул, что Касым-Жомарт Кемелевич – достойный кандидат, но окончательное решение будет принимать он сам. Сегодня мы вместе начали строительство успешной республики. Важно, что у нас уже есть лидер, с которым мы воплотим в жизнь все наши намеченные планы и не свернем с выбранного пути. Лидер, который в самый сложный для нашего народа период взял на себя всю ответственность, сохранил государственность, не дав стране погрузиться в хаос. Поэтому сегодня задача партии «Аманат» и наша с вами историческая ответственность объединить всех казахстанцев вокруг прогрессивных реформ президента.